Хай, гайз, здравия всем, а вы говорите, что жизнь в ночном Гарлеме неинтересная. Вот такое маленькое вступление. Это я просто вышел из своего подъезда снять вечерний репортажик и увидел тут такое. Итак, поехали! Короче, я решил выйти и снять жизнь ночного Гарлема в будний день, в четверг, показать, как выглядит район, в котором я живу. И, честно говоря, я даже не ожидал увидеть такое интересное зрелище. Ну, как получилось, так получилось. Я очень много моментов уделял и рассказывал тому, что мы покупаем продукты по дешевой и хорошей цене, и продукты качественные. И ходим мы конкретно в маркет под названием Lidl. Вот этот вот маркет. Сейчас я перейду через дорогу. Перехожу через дорогу и зайду буквально на пару секунд в Lidl. Вы знаете, ребят, живу в Нью-Йорке 10 месяцев, самый крутой маркет еды. Вот все, что ты берешь тут, качественно, хорошая цена, раза в 3 дешевле, чем в таких супермаркетах, как Whole Foods. Тут обычно, правда, очень большая очередь. Продукты качественные, свежие. Все есть. Несколько этажей и обычно большая очередь, но сейчас вечером нет такого потока, поэтому просто решил показать вам это. Также вот всегда у входа в любой маркет сидит попрошайка, который просит немножечко мелочи. Ну, ему, как обычно, никто особо-то мелочи не дает, но он просит в надежде, что кто-то сжалится и так далее. Далее идем, вон, видите, такое заведение с деревом светящимся, да? Тут что? Тут сидят в основном белые. Смотрите, ну и сейчас вам покажу. Видите? Сейчас как бы ничего говорить не буду, проходя мимо. Слова никакие. Но по факту в этом заведении именно сидят белые, которые при деньгах, которые могут себе позволить хавчик нормальный. А вот тут вот всегда сидят две темные тетечки, которые громко слушают музыку. Good morning, girls. How are you? I'm from Ukraine. From Ukraine. From Ukraine. Ukraine, Ukraine. Украина. Have a good one. Короче, не завязался у меня разговор с двумя теточками, потому что у них слишком громко играет музыка, и они тусят каждый вечер. У меня, знаете, какой-то такой порыв души произошел сегодня выйти и снять видео про ночной Гарлем. Вот смотрите, вот это заведение в Гарлеме Лиса, Фокс. Вот как выглядит барчик в Гарлеме в вечернее время, где люди сидят, отдыхают, кайфуют. Вот летняя площадка. Это тому, кому интересно, как выглядит жизнь Нью-Йорка по вечерам. Хотелось еще что сделать акцент. Даже в Гарлеме, в котором живу я, это 119-я улица, заведения разделяются на несколько категорий. В одних заведениях сидят белые, вон как то заведение со светящимся деревом. А некоторые заведения, вот как Fox, там сидят в основном черные.
И тут нету какой-то градации по национализму, там, по расе или еще чему-то. Просто так вот получилось. То, что я рассказываю в очень, во многих своих сериях, во многих своих выпусках. Вот она, сортировка мусора. Вот супер дома вынес мусор, отсортированный по мешкам. И утром, часов в 5 утра, вот из этих черных мешков будут вылезать просто десятками крысы. Крысы будут под этой машиной, они будут везде. В общем, что хотелось показать вам, что Гарлем многополярен, что он очень интересен, и мы немножечко пройдемся дальше. Вот, кстати, 119-я улица, да? Идя и снимая тут, я чувствую себя полностью в безопасности. Никто у меня не выбьет камеру, никто мне не скажет, почему я снимаю, что ты тут делаешь и так далее. Потому что это безопасная часть района Гарлем полностью. Это 119-я улица, не 125-я, не ее глубина, где бандитский Гарлем, который я показывал уже не раз в своих роликах. Вот, кстати, самая знаменитая забегаловка Harlem Burger, крутая. На этом районе. А вот один из представителей мусорщиков. Это те, которые собирают свои мешки, жестяные банки, стекло и сдают их. Тем самым они живут этим. Дальше давайте двигаться. Сейчас вы слышите звук. Это метрополитен, subway нью-йоркский. I have no dollar. Saying sorry. Меня сейчас попросили дать $1, но я сказал, что у меня $1 нету. И я не наврал, я не брал с собой даже кошелек. Смотрите, вот еще очень крутая аптека в Гарлеме. Rite Aid. В этой аптеке это как вам сказать, в этой аптеке продается все. Можно купить пиво, воду, шоколад, сладкое, предметы гигиены, краску для волос, всевозможные продукты питания, естественно, лекарства. Те лекарства, которые можно купить без рецепта, и также те лекарства, которые покупаются с рецептом. Например, была ситуация, моя жена... у моей жены были проблемы с зубами, и когда она поехала в Бруклин на прием к врачу, ей выписали лекарства, обезболивающие для зубов. И сюда она ходила бесплатно, получала по рецепту лекарства. Потому что процедура тут довольно-таки сложная. Если ты заболел, у тебя что-то болит, ты должен получить appointment. Appointment можно ждать месяцы, два. И все это время приходится пить обезболивающее. Короче, ничего прикольного. Это долгая история, я вам о ней расскажу в следующих выпусках. Ну, хотел показать вам классные заведения в Гарлеме. Это Texas Chicken Burger, пицца. Довольно-таки вкусно. Вот вход в Subway. Hi guys, how are you? It's Ukrainian blog for Ukrainian people. You love Ukraine? We support Ukraine. United States support Ukraine. Thank you guys. It's amazing, it's amazing. Putin go to hell. Thank you guys. I'm so appreciated. Have a good one, bye, guys, bye. Короче, вот такой вот выпуск у меня получился. Ребят, я не знаю, что мне подсказало сегодня выйти на улицу и снять этот вечерний выпуск, но он получился настолько экстремальный и неординарный. Я встретил столько интересных людей, что выпуск, конечно, короткий, но могу вам сказать одно. Он, наверное, один из самых крутых, что я снимал за все время. Поэтому... Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал, там есть кнопочка спонсировать, проспонсируйте, это всего лишь 25 гривен в любой валюте, поможете купить новую камеру, чтобы не так трясло во время съемки. И хотел вам сказать еще самую главную вещь, кто не знает, ребята, мой лозунг, я подружу вас с Нью-Йорком, всем пока!